Да. Нет, по принуждению, люди говорили. Мне заставили. Мне заставили идти на выборы. По спискам. Даже одинаково шапки сделали. Если заставлять голосовать за деньги, куда обращаться? Я тоже, а вы откуда, расскажите? Из Москвы. Откуда? Из дома. Я хочу ужасно найти хоть одного человека, который приехал из Пензы, там, из Нижнего Новгорода. Да, нет, давайте. Из Москвы. Да, за Путина. Чего и вам желаю. Так, ребят, вы бы не провоцировали. А вы провоцировали. Вот. Поэтому мы сюда пришли из Овгорода. А вы можете также вот голос сказать, просто вот полный страж? Как вам сегодня здесь? Как важно вам, почему вы сюда пришли, чтобы ваш голос был сейчас? Можете это еще раз? Да что можете сказать, нет. Мы с вами как, вы устали? Да, мы устали. Мы другого города. Расскажите, откуда вы? Сталин. Владимир Петров. Да, ну что вот вас подвигло? Как долго вы здесь? И расскажите, пожалуйста. Мы приехали сюда сегодня на электричке из дома. Девушки. Все, мы пошли. Не могу я. Да здравствуют независимые профсоюзы! Да здравствуют! Ну и все, стоим, мерзнем, все, народ уже ломится домой. А бесплатно еду раздают или за деньги? Да. Бесплатно? А. Это свое все привезенное. Дети обратно!